площадь заполняется участниками за считанные минуты. Каждый знает, где он должен находиться в определенный момент времени. Танцевальное движение показывают аниматоры. Действие на площади синхронизировано с выступлением детских коллективов города-курорта. Громче, громче, аплодисменты! Желтые шары символизируют солнце. В следующем номере взмывают голубые шары цвета ясного неба. Целый номер посвящен морю. По нему ходят корабли, а над ним самолеты. Затем молодежный блок. Организаторы говорят, что главной идеей было сделать утреннюю зажигательную дискотеку для ребят со всей страны. Новое поколение, мы прорубаем свое течение. Концепция утреннего праздника – показать, насколько зажигательный город, что у нас и солнце, и море, и цветы, и все это, и нас миллионы, и мы новое поколение. То есть показать действительно концепт современной молодежи. Не только детство, но и то, что у нас отдыхает огромное количество подростков в Анапе. Целая команда специалистов начала прорабатывать саму идею и хореографическую основу еще с зимы. У каждого свой участок. К началу первой смены в детских лагерях был готов сценарий. Москвичка Анна Шингарева увлекается акробатикой. В Анапе отдыхает уже не первый раз. Первый раз, конечно, немножечко запутались, а потом на второй репетиции мы уже немножко порепетировали у себя в лагере и уже пришли, уже готовы и все сделали хорошо. В Анапе я уже много раз бывала в лагерях тоже. Вот сейчас уже где-то раз 7, наверное. Много нравится всего здесь. Настроение людей, погода теплая, хорошая, не подводит почти никогда. Здесь всегда весело. Помимо общей программы, юные отдыхающие показали по собственному номеру, который придумали вместе с вожатыми. В каждом коллективе есть те, кто занимается танцами, а также и те, для кого хореография в новинку. Все друг друга поддерживали, выступая именно как команда. Как сказал один из участников, было не всегда просто, зато интересно и весело. Для ребят подготовка номеров – еще один повод подружиться. В этом году в Анапе открылись 37 детских здравниц. Ожидается, что в них отдохнут порядка 350 тысяч юных жителей страны.